Вот так монтируется стропила на коньковый прогон. Обязательно выпиливаются пятки. Делается это для того, чтобы была больше площадь опоры. Припилы должны быть все четкие. Благодаря этому нагрузка, которая давит на крышу, стропила друг друга упираются в коньковый прогон, и все это не дает крыше разъехаться и сломаться. После этого набиваются еще вот такие колобашки, либо это фанера, либо металлические пластины, чтобы связать дополнительно эти две стропилы между собой.